Из-за пандемии коронавируса и перекрытия границ стоимость отдыха на курортах России повысится на 30%, заявляет вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов. Это обусловлено увеличением спроса у россиян на отечественные курорты ввиду отсутствия альтернативы. Заграничный отдых пока под запретом. Для выезда за рубеж сегодня нужны веские основания. Тем не менее, благодаря ограничениям российский сектор туриндустрии, несмотря на колоссальные потери, имеет все возможности ранее других отраслей экономики восстановиться от последней пандемии. Карантинные меры нанесли мощный урон отечественному туризму. За апрель и май падение выручки в этом сегменте экономики составило от 95 до 100%. По данным Ростуризма, отрасль недосчиталась 1,5 триллиона рублей. Для тех, кто все же надеется на отдых за границей, дали информацию о ситуации на валютном рынке. Актуальные данные Центробанка сейчас на экране.